Сегодня у нас традиционное мероприятие, оно называется «День акробатики». Проводим мы его уже 9-й год. Оно связано с юбилеем и с днем рождения основателя этого вида спорта Юрия Константиновича Кирюнина. Это наш новочеркасец, наш тренер, который создал этот вид спорта в городе Новочеркасске и Ростовской области. Поэтому мы чествуем его, хотя его уже с нами нет уже 9 лет, но тем не менее дело его живо. В этот день к нам съезжаются все его ученики со всей страны. Приезжают ребята из Краснодара, Белгорода, Бреста и так далее. Встречаются тренеры, когда-то здесь работавшие, их ученики, бывшие спортсмены, действующие спортсмены, чемпионы мира, Европы здесь сегодня у нас. Поэтому у нас здесь такая семейная встреча традиционная, она всегда, уже 9 лет она становится такой, знаете, площадкой для общения всех спортсменов. Мы приглашаем сюда и другие виды спорта, и тренеров, и политических деятелей, которые помогают спорту, представителей власти, которые неравнодушны и много здесь для спорта в разные времена работы там и должности в городе Новочеркасске. Невозможно представить себе учебу, современное образование без спорта, и невозможно представить себе новочеркасский спорт без акробатики. Локомотивом вот, новочеркасского спорта по праву является Федерация батута и акробатики города Новочеркасска. А сердцем этой федерации является очарователя Елена Евгеньевна Зденко, с которой мы очень много лет знакомы, сотрудничаем, взаимодействуем. Действительно, мысли, они материальные. Для нас это очень важно, потому что мы объединяем столько людей, и мы всегда благодарим, здесь чествуем и наставников, тренеров, и благодарим, конечно же, всегда средства массовой информации, которые всегда поддерживают спортсменов советом, словом и конкретным делом. Вот сегодня хотели бы приветствовать, в вашем лице сегодня будем приветствовать замечательного редактора газеты «Наше время» Жанскую Веру Николаевну. У нас есть замечательные ее коллеги здесь работают. Это редактор газеты «Деловой Новочеркасск» Васильева Ирина Викторовна, газета «Частная лавочка» это Наток Елена Михайловна. Все нам помогают, все с нами сотрудничают. Огромное вам за это спасибо. Равно так же, как и бизнес-сообществу, хоть Новочеркасска, хоть Ростовской области, которые всегда поддерживают спорт.